До начала июня тверским производителям будет направлен основной реестр получателей бесплатной школьной формы. Ее предоставляют детям из многодетных семей. В этом году производственная кооперация расширена. Наряду с предприятием в Твери к пошиву комплектов присоединятся еще две фабрики в Красном Холме и Калязине. Связано это в первую очередь с тем, что ежегодно в регионе растет количество получателей формы. Всего в этом году бесплатной школьной формой будут обеспечены 27 тысяч 11 детей. В прошлом – 25 тысяч 19 детей. Мы повысили еще требования качества школьной формы и комплектации. Ну и, конечно, мы надеемся, что наши тверские предприятия нас не подведут. До 15 сентября ежегодно должны быть все дети обеспечены школьной формой. Понимаем, что, наверное, будут какие-то отдельные решения, связанные там, с продлением сроков там, неделю на две, если нестандартные размеры у ребятишек. Ну, я думаю, что с этой задачей мы справимся. Напомним, что в Верхневолжье школьники из многодетных семей обеспечиваются бесплатной формой по инициативе губернатора в рамках национального проекта «Демография».